where the north wind meets the sea. There's a river full of memory. Sleep, my darling, safe and sound, for in this river all is found. All is found. When all is lost, then all is found. Pourquoi je vis, pourquoi je vis. Он звучит как ангел. Так низко. Во-первых, у него совершенное звучание. Я не услышала ни одной плохой нотки. Должна сказать, что это было идеально. Эта низкая нота и факт того, что он переходит из одного регистра в другой за доли секунды, впечатляет, как и все ваши рекомендации, ребята. Я извиняюсь, конечно, но что это только что было? Из потрясающего, совершенного, красивого пения он перешел на этот инопланетный звук. Ладно, давайте продолжим. И теперь вновь вернулся назад, не напрягаясь. Это был экстремальный прыжок. У него такой контроль над голосовыми связками. У вокальных связок есть очень много крошечных мышц, которых, как и любую мышцу, тоже нужно тренировать. И когда кто-то может прыгать с такого запредельно высокого регистра на такой низкий регистр, это означает, что голосовые связки очень хорошо натренированы. И так же, как отборный атлет может сделать безумный маневр, так и он делает безумным свой вокал. Так что это то, что происходит с голосом. Но если опустить науку вокала, тут еще есть впечатляющий артистизм. Он такой спокойный, чувственный и выразительный. Я вообще не чувствую его зажатости и напряжения. От него все исходит так естественно. У него природный артистизм. Боже мой! Я не могу. Мне хочется плакать, когда я слышу это. Вы что, отправили мне инопланетянина? Я не могу на это смотреть, потому что он инопланетянин, направленный к нам с другой планеты. Я просто в шоке. Зачем вы так со мной? Это слишком для моего слабого сердечка. Хорошо, я постараюсь не ныть. Опять? Какое представление? Я тоже это чувствую. Что я должна делать с этой информацией? Как я должна на это реагировать? Это сумасшествие. Как я и говорила, у голосовых связок есть мышцы, и это требует нереальных тренировок, чтобы так владеть ими. Они такие малюсенькие. Это как в хирургии, когда одно мизерное движение может сделать разницу. Это происходит, когда вы поете. В большинстве случаев допускаются ошибки, потому что голос – это такой абстрактный инструмент. Но тут просто совершенный инструмент. И голосовые связки, как у сверхчеловека.
Я буду называть его сверхчеловеком. И вы, ребята, знали, что я буду в шоке. И вы отправили это мне. Теперь я не могу вам больше верить. Давайте продолжим. Я попытаюсь собраться, но не обещаю. И снова. И опять вниз, без проблем. Ошеломляющее. Такая легкость и воздушность. Для многих этот отрывок был бы самым любимым. Но вы же знаете, что я люблю что-то такое заниженное, с придыханием. А эта нота была такой неземной и затихающей в никуда. Это было настолько красиво, до мурашек. Благодарю вас, ребята, за то, что познакомили меня с этим человеком. Он был рожден, чтобы петь, как Майкл Фелпс, рожден, чтобы плавать. Мэри Кондо рождена, чтобы наводить порядок. Так и этот парень был рожден для того, чтобы петь. Давайте закончим. Я не удивлена, после того, что видела, на что его голос способен. Он берет эти ноты естественно, потому что это все очень и очень плотное закрытие голосовых связок. Чем ты выше, тем оно плотнее. И, конечно, он может так делать, потому что у него такой контроль над этими мизерными мышцами. Я уверена, что он может брать и запредельно низкие ноты. Это дело времени. Такой артистизм. Я тоже сейчас зареву. Это мастер-класс по динамике. Динамика делает из любого выступления то, к чему я сейчас искренне прикована. Вы слышали, как он перешел с того великолепного напряженного момента до этого? Он раскрывается. Это можно увидеть по движению его тела. Раскрывается тон, раскрывается звук. Все это делается для неотразимого выступления. Поэтому я так захвачена всем этим. Вас тоже касается. Динамика – это все. Еще и артистизм. У этого парня технический совершенный голос. Но этот артистизм делает выступление захватывающим и добавляет смысла. Если честно, это ненормально. Техника и артистизм. Я потрясена. Я, наверное, уже сказала это 5 раз. Просто я говорю как есть и хочу быть честной с вами. Я вам тут рассказывала про контроль голосовых связок. Но причина того, как он так гуляет по всем регистрам, еще и так безупречно и так легко. В силе брюшной стенки и диафрагмы. Все это происходит там. Я не вижу ни капли дискомфорта или напряжения на его шее и плечах, так как шея и плечи всегда хотят поучаствовать в пении. И если они вовлечены, это только разрушает процесс. И опять же, такой контроль голосовых связок. Они такие сильные. Это как хорошо смазанный механизм. И это ничто для него, скакать по разным регистрам. Поэтому мы слышали 3 октавы за последние 15 секунд. Без особых усилий. Голосовые связки – просто волшебная часть голоса, которая может создать такой контроль.
Когда вы поете, вы тренируете эти маленькие мышцы, и это сделает вас искусным, если вы потратите на это время. Он, естественно, одаренный, но такой голосовой контроль требует долгие часы практики. Это успех. Я поражена. Рот открыт. Я просто хотела сказать, что это делает звучание таким чудесным. А теперь продолжим. Божечки мои! Это вибрато в конце. Теперь я на самом деле думаю, что отправляя это, вы, ребята, хотели, чтобы у меня был сердечный приступ. Это было сверхчеловечески, ошеломляюще, красиво. Я думаю, мой пульс и сердцебиение зашкаливают. Каждая клетка моего тела обезумела после услышанного. Это был мастер-класс не только по контролю и умению петь. Это мастер-класс по артистизму и искусности. Это было сногсшибательное вокальное представление. Он ни разу не перетянул, ни разу не переборщил и не выпендривался. Это все изливалось, как поток чего-то светлого и живого. У этого выступления такая подлинная атмосфера, заставляющая задуматься. Я очень впечатлена. Я знаю, что уже побила рекорд. Но тут была техника, был артистизм, и то, что это было вместе, поразило меня больше всего.